Я только новый номер сделала на сотовый. Вот, я сказала спасибо. До свидания. Я сегодня говорила спасибо Чернова Анне Николаевне, врачу-стоматологу, за ее труд, за ее профессионализм и за ее старания. Сыну сказала сегодня с утра. За то, что он налил мне чаю. Мужики, зверкаси. Идем, товарищу сказать. Больше пока никого из дома вышли, не встретим. Мужу сказала спасибо. За что? За то, что... За доброе его отношение. Я же только вышла из дома и никому еще и не сказала. Ну, вообще обычно как бывает? Я пенсионерка, так что больно. А пенсионеры же спасибо не говорят? Говорят, я всем говорю за доброе дело. И вам спасибо, что вот со мной общаетесь. Я сегодня работала, поэтому я всем своим клиентам говорила спасибо, приходите к нам еще. Спасибо моей маме за то, что меня родила. Я своей подопечной бабуле сказала большое спасибо. За все. За все хорошее. Еще? Детям сказала спасибо. Ну, и подружке сказала спасибо. Мужу сказала спасибо. За то, что у него хорошее настроение. Сегодня с утра пошел в рощу на лыжах. Сейчас пошел в баню. Молодец. Я говорю, спасибо ты моим своим примером. Меня вдохновляешь. Я тоже встала, пошла гулять. Вот, а больше у меня сегодня не было никого, что... А, спасибо в аптеке. Да, в аптеку позвонили, из аптеки сказали, мы вам препараты, как бы сказать, можем предоставить. Что-то доброе сделано, обязательно благодарить надо. Хотя бы словом. Сегодня вам что-нибудь доброе сделали? Спасибо Богу, что я жив сегодня. Все.